Сегодня в Компасе разыгрывался бесплатный сертификат на обучение в автошколе. 3 сертификата со скидкой 30%, 20 литров бензина. Вечеринка называется «Ночь скорости». Да вообще все говорит о том, что здесь сегодня навороченная автовечеринка, начиная с пафосного спорткара на входе. Я считаю, что женщинам машина не нужна. Как не нужна? Нужна. А как же ехать в салоны красоты, в рестораны? Я понимаю, зачем мужчине машина? Семья, работа, там, ну все такое. Зачем вам машина? Такая же фигня. Семья, работа. У тебя есть семья? Ну скоро будет, я надеюсь. Черт, Валя, верь в меня. Девушек намного больше в последнее время? Очень много стало девочек учиться, именно получать права. Девочки даже есть, лучше водят, чем некоторые мужчины. По статистике они намного сдержанней, намного воспитанней за рулем. Мужики, вам стыдно сейчас стало, наверное, да? Предлагаю перечислить чудеса этого автомобиля. Ну, то есть, аутентичный же первый, он же без печки был, да, по-моему? Нет, с печкой, ну, просто у многих владельцев запорожцев она просто не работала. Это очень такой достаточно тонкий механизм, как еще один двигатель внутреннего сгорания со своим... Ну, двигатель сзади, тоже чудеса. Сзади. Ну, это такой кусочек Европы вообще на самом деле. Как бы мы ни смеялись над ним, я реально хочу такую тачку. У вас есть машина? Нет. Как нет? Я на такси езжу. У меня нет прав, начнем с этого. Вы имеете возможность сегодня выиграть обучение в автошколе здесь. Ничего себе. Мы хотим поделиться нашими знаниями, умениями, навыками с людьми, которые планируют в дальнейшем стать опытными профессиональными водителями. И еще, пользуясь случаем, хочу всех желающих пригласить на бесплатный пробный урок. Вы можете посетить теоретическую и практическую подготовку в нашей школе. Тема скорость. Вы любите скорость? Гонки, экстрим, это очень круто. Да. Я сама водитель, поэтому я обожаю скорость. Может, ты превышала когда-нибудь скорость? Тебя останавливали гаишники? Останавливал, да. 120. Вот когда очень быстро, это хорошо? Да, всегда да. Она не согласна. А мы-то поняли, да? Мы друг